Прогулку по Черному озеру мы начинаем в местечке Вандо. Это маленькая деревушка, где поют птички. Ну а самое главное, нет потока туристов, как есть на официальной тропе. Есть еще большой плюс в этой дороге через лес. Она бесплатная. Черным озером можно не только любоваться, а еще устроить такой небольшой хайкинг. Достаточно легкий, как видите, с перевалочными лавочками панорамными. Тропинка хорошо видна зрительно, покрыта щебенкой, идет вокруг всего Черного озера. Но бывает так, что перешеек затоплен, и тогда надо идти обходить оба озера. А иногда можно сократить и обойти только большое, а маленькое оставить за спиной. Вокруг Черного озера есть несколько информационных табло. Это рассказывает нам о тропинке мельниц. Раньше здесь на потоках работало 14 водяных мельниц. Выглядели так простенько, без окон. Ну а с другой стороны я вижу таблички на пешие тропы. Одна из самых высоких вершин – Боботов куб. Кто-то считает номер один в Черногории, кто-то номер два. Идти на нее 5 часов 30 минут – это в одну сторону. Тропа идет сюда. Указатель мы видим. Вот эти кружочки, стрелочки маркированные. Также можно пойти этой тропой на ледяную пещеру. В одну сторону 3 часа. Но мой совет – без гида в серьезные походы не ходить. Помните, что в национальном парке Дурмитор всегда холоднее на градусов 10, а вечером и на 15 градусов холоднее, чем на морском побережье. То есть вот даже сейчас в мае у нас люди загорают и купаются на море, а мы с Андрюхой ходим в флисках теплых, в джинсах и даже еще и в жилетках. Помимо теплой одежды, я вам советую еще позаботиться об обуви. Не обязательно она должна быть супер горная какая-то, мега профессиональная. Просто посмотрите, чтобы сама подошва была вот такая толстая. Потому что всю дорогу вас будут преследовать вот такие острые камни, ходить по ним неудобно. В пляжных шлепках и в босоножках будет не то, что некомфортно, будет опасно. И еще дам совет. Постарайтесь для отдыха выбирать подобные этой деревушке, как Ивандо. Их масса здесь находится вокруг центра Жаблика. Во-первых, будет тихо, спокойно. Не будут лаять собаки, шуметь машины, кричать, может, какие-нибудь веселые студенты летом. Так что смотрите на букинге что-нибудь подальше от центра города. Ну и плюс бонусом будут такие приятные тропинки по лесу и к озерам. Vitamins and history books, psychology and a different way to look at it all. 'Cause my perspective is broken. If suffering's a way to earn your keep, I better start putting miles on my feet. But I'm so tired of wandering.